Всем привет! Каникулы закончились и надо идти в школу. Но хочется каких-то изменений, немного порадовать себя. Я вам предлагаю сделать контуринг, но не в классическом варианте, в белом, да, цвете, то есть с помощью порошка, а с помощью цветного милирования. Это будет спокойно, не ярко, не вызывающе. Вот такой вот у нас, видите, спокойный цвет получился. И у нас стрижка. Ну, такие стрижки называются в корейском стиле. То есть вот они достаточно тяжелые линии. И давайте я вам покажу цвет. Вот он, видите, достаточно мягкий. Переходит у нас такой мягкий контуринг. То есть, в принципе, к школе готово. Ну, покажи, как ты будешь носить. Ага, видите, вот, называется, да. Вот так распадается. То есть такой вот у нас корейский стиль. Но ребенок доволен, это главное. Чего? Школа ждет. Да. Покажи, за ухо убирается. Убирается. То есть все, не мешать не будет. Вот так, отлично.